Остается только твоя энергия и моя. Подними вибрации в комнате до максимальных. Готова у нас Амалия в комнате. Мы приветствуем Амалию. Приветствую вас. Слушаем. Я бы хотела вам представить офицера Кольта, который будет вам давать информацию по работе в метакосмосе. Офицер Кольт. Он рядом с ней. Приветствуем офицера Кольта. Меня зовут Влад, это Вера. Мы очень рады вас видеть и приветствовать в нашей комнате диагностики. Приветствую, ребята. Вы, наверное, поняли, что подняли вас на несколько уровней выше. И здесь совсем другая атмосфера и энергии. Хорошо. И почему я здесь? Энергии космоса и потоков имеют свою радиацию. Поэтому вам нужно добавлять еще один слой, защищающий от радиации. В том числе лучей, которые вы пропускаете, фиолетовых. Они имеют свою радиацию. Не имеет радиации, полезна для вас только энергия арго. От всего остального вам нужна дополнительная защита. Понимаю. Значит, как же мне сейчас тогда сформировать наши защиты? Мы... Скафандр добавлять сразу же оттуда, откуда вы поднимаетесь. Матрицы Земли. Защитный слой от радиации. Да, от радиации потоков космических энергий. Потоков. А также фиолетовых лучей. Хорошо. Это я сделаю тогда в нашем бронированном скафандре, когда мы только ставим защиту перед подъемом матрицу, из матрицы. Все понятно. Хорошо, в этот раз как раз мы еще ее не ставили, мы еще не дошли до защиты, поэтому мы можем ее, в принципе, здесь спокойно поставить, когда мы закончим наш разговор. Можете также поставить на свой летательный аппарат. Плюс апдейт. На летательный аппарат, на тарелку, корабль. Хорошо, я обязательно напишу текст. Все это будет сделано. Вроде все по вопросам защиты и технического оборудования, оружия и еще каких-то вопросов, связанных с техникой, защитой. В общем, с металлом и разными дополнительными устройствами можете обращаться ко мне напрямую. Понятно. Если нам нужно будет какие-то особые защиты или какое-то оружие, мы к вам обратимся, пока мы еще не сталкивались с такой ситуацией, чтобы ее не хватало. А по вопросам интерферентов я могу точно дальше работать с Ли, офицером. Да. Благодарю вас, уважаемый офицер Кольт. Можно вас Кольт называть? Да. Благодарю вас. И, дорогая Амалия, благодарим тебя тоже. Уважаемый офицер Кольт, вы... Простите. Уважаемый Кольт, вы... может быть, не в курсе, у нас добрая традиция, все, кто приходит сюда, даже если это офицер, мы всегда дарим один определенный подарок для того, чтобы этот момент просто отпраздновать. И знак благодарности за вашу помощь, Верочка. Две корзиночки появляются самыми вкусными спелыми ягодами, которые есть на Земле, самые сочные, появляются 1, 2, 3. И мы просим уважаемого Кольта и Амалию принять этот скромный подарок. Благодарю, конечно, это может быть приятно, Амалии, но я человек и работающий. Вы человек? В галактическом пространстве. Я человек, и мне, как и человеку военному, сигара и бутылка коньяка будет приятней. Отлично. Верочка, помнишь тот коньяк, который самый старый мы делали для моего дорогого куратора Арно? И этот коньяк самый старый, который есть на Земле 28-го года. 1, 2, 3. Самый лучший коньяк на то время. И кубанская ручная сигара. 1, 2, 3. Самого лучшего качества. Да, та, которую курил Фидель Кастро. Абсолютно верно. Именно она. Воспользоваться я здесь этим не смогу, потому что большие перегрузки. Но это приятно будет радовать меня. Замечательно. Мне очень приятно, что мы так встретились, и вы
продвинули нас чуть-чуть дальше с этой информацией. Я буду по мере необходимости обращаться к вам. Если вы тоже какую-то необходимость чувствуете, вы можете всегда, безусловно, с нами напрямую связываться. Мы очень рады будем любой подсказке. Приятно познакомиться, не смею задерживать. Благодарю за подарок. Благодарю я вас. Всего доброго. До скорых встреч. Он ушел, Амалия здесь пока. Хорошо, пожалуйста, присаживайся, Амалия, побудь с нами. Амалия, можно у тебя уточнить насчет подъема в другие слои метакосмоса? Это что сейчас в прямом тексте означает? Это у нас будет вместо 6-тысячных там 60-тысячные ящеры, или как это понимать? Или просто возможности какие-то другие открываются? Или... Я не хочу догадки делать. Может, ты меня в какой-то форме такой, которую можно объяснить, расскажешь с Верой? Я не могу пока ничего рассказывать. Вы сами будете сталкиваться с другими сущностями, с которыми нужно договариваться. Война здесь неприемлема. Договариваться. Здесь осознанные сущности. Еще вопрос такой. Не сущности, цивилизации. Осознанно это так выглядит, как мы и с Верой? Нет. Другие цивилизации. А как они к нам настроены? С ними не воюют. Понятно. А как с ними договариваться? Настроены все договариваться. Понятно. Законы есть какие-то основные, которые мы, и мы знаем, и они знают, на которые можно опираться? Такие как закон свободы выбора, право на свои энергии? Есть. Но есть договора, которые заключают сами люди. Это безусловно. Одно другое здесь не касается. Это я с тобой согласен с этими вещами. Понятно. Хорошо, Амалия. Но если вдруг такая ситуация будет, я, безусловно, могу тебя пригласить. Или ты сама это вмешаешься. Безусловно. Да, потому что хотел... И еще один вопрос. Он сказал, что он человек. Я правильно это... Да, он человек. Как я? Ему удивляется. Как... Целые цивилизации были перенесены в определенные слои. Понятно. То ты есть... был майя, куда они делись? Гиперборея, Атлантида. Все понятно. Фашистская Германия. Много кого были перенесены. Все понятно. Понятно. У нас это как фантастика воспринимает, но на самом деле это так и есть. Понятно. Очень было просто приятно узнать, что у него есть такие возможности, если он такой, как мы, что он может так вот к нам переноситься. Это он, значит, тоже находится где-то в астрале сейчас или как? В состоянии альфа или как мне это себе представить? Все понятно. Хорошо. Благодарю, Амалия. Я больше не хочу сверхмерное любопытство. Мне просто было... Или больше рассказывать про эту структуру. Я ваш куратор. Хорошо. Благодарю тебя. Значит, мы тогда сейчас, Вера, переходим к следующему. Мы поставили комнату. Она у нас есть. Мы не поставили еще лазерную клетку тюрьмы, да? Нет, мы только вышли из нашего корабля. Да. И Амалия говорит, что она не будет задерживать нас. Работайте. Хорошо, благодарю тебя, Амалия. Хорошо, поехали.